Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.by. В этом видео хотелось бы коснуться такого вопроса, как разработка игр. А именно, наконец-таки, все-таки я решил сам приобщиться к этому делу. То есть разработка игр. Ну, это может звучать, конечно же, слишком так масштабно, грозно. О, захотел еще один там за неделю сделать свою игру там с караванами и всеми делами. Нет, на самом деле я понимаю всю сложность, что для такого большого проекта, как Gears of War, это нужна огромная команда и все дела, моделлеры, художники и все дела. Несмотря даже на то, что ты движок изучишь, там какие-то его инструментарии. Но все равно в одиночку можно что-то изучать, можно что-то делать. И я сейчас немножко коснусь того, чего хочу я, вот именно конкретно. Значит, я, ну, примерно движком, вот я уже запустил его, Unreal Engine 4, ну, занимаюсь вот недельку. Так вот, чтобы по 2 часа хотя бы в день, там по 2-3, что-то по мелочи, вот неделю давайте побегаем. Ну, то есть это моя такая стандартная, один из проектов, то есть здесь я что-то пробую, там это все ландшафт, вода, это все я добавил. Здесь где-то вот включаю-выключаю свет, ну, там оно не видно, здесь вот, ну, то есть такие триггеры, триггер-боксы, самое простенькое, сейчас здесь свет включится, то есть самое простенькое, то есть это можно применять где хотите, дверь там открыть, там и все дела, то есть самые простые скрипты такие. И уже очень многое, то есть в самом Unreal движке доступно. Но все дело в том, что сложно. То есть изучить движок. У нас материалов на русском языке по Unreal. Сам-то движок вообще на английском языке. Но это проблем-то по большому счету таких нету серьезных. Но материалов именно обучения Unreal крайне мало на русском языке. А если что-то есть на YouTube, есть хороших 3 канала более или менее, где по капельке пытаюсь по кирпичику что-то зачерпнуть, чтобы вот немножко расти. Но все равно ролик по 20-15 минут, там непонятно что откуда берется. В общем, очень много того, чтобы вот прямо вот стартануть вот быстро. То есть за неделю, да, я понял там примерно классы, блюпринты. Самое главное, конечно, ну то есть текстуры размещать и так далее здесь несложно. Это можно буквально с первого урока, все доступно. Единственное, немножко вот интерфейс изучить. Но вот именно скрипты, которые здесь позволяют создавать игры на Unreal Engine 4 без знания языка программирования. Ну, то есть так называемые здесь блюпринты. То есть все здесь изображается, можно изображать схематично, скрипты схематично. Но все равно их нужно изучить, там классы, виды и так далее и тому подобное. В общем, много чего интересно. То есть фактически можно начать изучать. И, кстати, почему я выбрал именно движок Unreal Engine 4? Во-первых, на нем очень много игр, он делается сейчас. Он удобен и больше информации. Во-вторых, он стал полностью бесплатным. То есть, соответственно, можно бесплатно скачать. Вот я скачал, хотя он требовательный. Не получится там на слабеньком ноуте и так далее. Ну, у меня на ПК более или менее хорошо, конечно же, все работает. В общем, масса различных игр на Unreal Engine. В том числе, что я хотел коснуться и сказать, что если ты один небольшой разработчик, то желательно обратить внимание на мобильную платформу и Android. Ну, то есть, понятно, что хотелось бы немножко и зарабатывать впоследствии на играх. Поэтому первые свои проекты, конечно же, я планирую под Android что-то затачивать. То есть, мне нравится, допустим, симуляция, обучение и так далее. То есть, посмотрим, что у меня получится. По итогу я хотел сказать, что вот фактически, ну, неделю назад примерно я начал, сегодня 18 июля, ну, в общем, в начале июля, там, 10-9, изучать движок Unreal Engine 4. И посмотрим, что у меня получится. То есть вообще я с нуля фактически, то есть ну вообще ничего не зная, пытаюсь где-то что-то рвать, где-то на ютубе, где-то читаю уроки, там текстовые, их очень мало. Если они есть, ты все равно там натыкаешься рано или поздно в самом уроке, что ну вот откуда это, как, что, почем. То есть крайне сложно. И даже более того, если удастся сам движок хорошенько освоить, Unreal Engine 4, то еще нужно уметь фантазировать, применять, то есть как-то что-то моделировать. То есть у меня есть идеи, есть планы на мобильную игру, то есть есть все отличные, крутые планы, но нужно изучить инструментарий. На это, конечно, нужно потратить время. Сколько мне понадобится времени, я пока не знаю. И посмотрим, сколько понадобится. А потом, конечно же, есть планы на большую игру, но большая игра — это уже там нужны художники, как я это вижу, моделлеры, конечно, есть и уникальные свои модели, то есть и дизайн. Хотя, конечно, игру можно сделать на самом деле из готовых моделей, из готовых текстур, их очень много, что-то можно прикупить в магазине Unreal, но самое главное самому скрипты прописать, а они прописываются здесь в движке без языка программирования, а с помощью специального
такого раздела блюпринты называется. Ну, то есть там схематично, все табличками, табличками. То есть там не нужно знать языка программирования. Очень круто. В общем, можно, но это все равно, это огромный объем работы, чтобы изучить Unreal Engine 4. Из уроков таких хороших, таких, прям понимаете, что по кирпичикам объясняли очень мало. Зачастую они, блин, такие... Ну, не очень. То есть приходится лазить, 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 мозг взрывается, ты пытаешься, ищешь, ищешь, где капик, где еще один кирпичик, который позволит тебе в предыдущем или в каком-то 10-м, 50-м уроке что-то чуть больше понять, вот по капельке, в общем, крайне сложно. То есть если мне удастся этот движок нормально так освоить, то есть вот сделать этот рывок начальный, чтобы хорошенько разбираться, а потом уже накапливать чисто знания, опыт, то, конечно же, я и сам бы уроки делал, такие прям такие вот... чтобы вот просто по кирпичикам, чтобы как можно больше вас тоже задействовали свои умения и желание что-то создавать, разрабатывать. Потому что, ну, многие говорят, о, ну, опять же повторюсь отчасти, да ты захотела игру сделать большую, ну, с караванами и все сделала. Нет, не обязательно делать. Вы посмотрите, какие есть на андроиде те же игры, малюсенькие. То есть, ну, самое главное, идея, геймплей. Ты можешь там вообще сделать из кубиков что-то. Но придумай именно идею, именно игровой процесс свой. То есть нужно освоить в движке Unreal Engine 4 самое главное, инструментарий и основные его функции, понимаете? И уже можно что-то создавать. То есть, и впоследствии с опытом еще лучше. То есть я к тому, что надоело. То есть надоело просто играть в игры, хочется создавать, понимаете? Создавать, кто у кого... Причем, когда вот начинаешь изучать, или когда вы потом впоследствии, может, я чем-то помогу тоже, какими-то уроками, каждый для себя сам будет выбирать. Кому-то захочется больше продумывать скрипты, то есть взаимодействие предметов, персонажей в мире и так далее. Кому-то больше понравится моделирование, кому-то дизайн, то есть уровни, кому-то там сценарий и так далее, понимаете? То есть каждый может себя найти. Но для этого нужно стартануть. То есть нужно стартануть, нужно, чтобы вот движок... хоть немножко изучить, хоть немножко заинтересоваться, посмотреть, что у тебя что-то получается, что ты что-то можешь сделать. Поэтому попробую, то есть вот я стартую, получается, и я уже что-то знаю, но крайне сложно, то есть буду пробовать, буду грызть, пытаться, вгрызаться, и попробую вот именно Unreal Engine 4 изучить. И на нем можно делать законченные игры, то есть от начала до конца один человек может сделать, и хотел бы начать под Android. Под Android можно что-то делать, и там же можно какую-то копеечку, монетизацию, хотя бы за показ рекламы получать. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что вам будет интересно. Вы можете, конечно же, следить за моим прогрессом. Я буду время от времени ролики выпускать. И сегодня уже не буду показывать, то есть как я здесь что включаю, что не включаю, то есть какие скрипты я изучил и так далее. Это уже потом как-нибудь. То есть тут можно намного красивее сделать. И дизайн, уже готовые какие-то текстуры понабирать. Можно много чего сделать. Самое главное, сейчас я пока сосредоточился именно на блюпринтах. То есть, ну, на именно скриптах. То есть взаимодействии предметов, объектов, персонажей и так далее. В общем, посмотрим, что у меня получится. То есть хочу вот так вот подытожить. Конкретно на себе с нуля попытаться таки изучить Unreal, потому что разговоров мы уже говорим годами, что давай пробуй. Да и многие уже пробовали, тысячи людей пробовали. Но пробуешь одно, второе, третье, забыл, все, не хочу, не получается, нет. Нет, все, нужно взять, попытаться, пускай это займет время там неизвестно какое, но по капельке, по кирпичику я буду это изучать, буду пробовать. А вы следите за моим прогрессом и надеюсь, что потом впоследствии как-то вам тоже интересно. Я буду именно по этой теме разработки игр и впоследствии, то есть, ну, реализации своих каких-то умений, навыков и заработка, то есть делиться с вами. Попробуем, что у меня получится. Не забывайте смотреть на ссылочки в описании, в том числе вот будет и группа в ВК, то есть вступайте в группу, чтобы не пропускать видео и так далее. Ну и так далее. Смотрите, различные ссылки будут в описании. Все, старт! Официальный сегодня с 18 июля мной изучение Unreal Engine 4 для разработки игр, приложений, неважно чего. В общем, какого-то инструмента, который позволит мне свои идеи проявить и заинтересовать массы. Ну и вам впоследствии, возможно, тоже. Все, с вами был Алекс из сайта rmpc.by. Старт изучения движка Unreal Engine 4 положен. Следите за следующими видео. Спасибо за просмотр.